«Это все тщательно сфабрикованная ложь!» Примерно такими словами глава отдела контента для игр серии Assassin's Creed Аймар Азазия опроверг подлинность всех ныне существующих утечек. Ну, почти всех. Он подтвердил фейковость скриншотов, описание и даты выхода, но предполагаемое название новой части он никак не прокомментировал. Зато Аймар, кстати, его выступление происходило на сайте Reddit, оптимистично заявил, что прекрасно посвящен нынешний расклад сил в сфере игр с открытым миром, планку которых значительно поднял Horizon Zero Dawn и The Legend of Zelda. Хотя несколько пессимистично, Аймар ответил на вопрос касательно развития мультиплеера в новой Assassin's Creed, а именно он указал, что в планах у них не стоит данный аспект. Хоть он и интересен. Кроме того, со слов Аймара стало понятно, что в скором времени нас ждет целый сериал по мотивам серии Assassin's Creed. И напоследок хотелось бы оставить небольшой комментарий. Самые ранние скриншоты якобы новой части Assassin's Creed явно выглядели фейком, и я даже не стал их включать в предыдущую новость. А вот в самый последний скриншот я немного даже поверил. Ну, мало ли, может щит за спиной у главного героя еще до того, как он стал ассасином. Тем не менее, Аймар не случайно опроверг утечки. Даже если часть информации правдива, то компании абсолютно невыгодно показывать свое детище в зародыше. Дождемся тизера и все красиво покажут и расскажут. Последняя часть и так провалилась, а тут нам еще подсовывают скрины из самых ранних версий. Да может действительно будет шедевр. Но требовательная армия фанатов еще до тизера забьет на игру, если будет верить только подобным утечкам. Более того, после этого интервью стало понятно, что 2017 год далеко не окончательная дата выхода новой части. У меня даже появилось предположение, что она выйдет в начале 2018. Ведь осенью этого года будет сложно конкурировать с Red Dead Redemption 2. Да и с трудом верится, что работа над новым ассасином близка к финалу. А на этом все, подписывайтесь обязательно на канал Евгений Лайфплей, оставляйте свое мнение в комментариях, всем желаю вкусного чая и до новых встреч!